И всем привет! Мы в прошлый раз остановились здесь. По-моему, бабка уже в других шмотках, или мне кажется. Welcome, welcome. What do you need? Арбузы, дыни, морковки, что там еще. Все понемножку. Куда ехать-то вообще? В туда. Походить, посмотреть, что тут, где, что тут есть. Но прям местное население по-английски разговаривает. И не так похоже на... You know, my cousin always said war is good for business. How can I help you? Никак. Ты можешь мне помочь? Ладно. Возвращаемся тогда. Садимся в машину. Что если? Миссия не будет закончена, нет? Странно. Мирное население можно валить? Колодцы типа вода есть. Pray for my family. Pray for my husband. Let him come back to me. Oops. Ладно. Хорош дуримается. You look like you could use some of that. Такие улицы узкие, блин. Это как место съехать? Надо карту посмотреть. Тогда мне никуда съезжать не надо. И подозрительные типы трутся тут друг от друга. Лоудстар. Come in, Лоудстар. This is Whiskey, Foxtrot Sierra. What? Frank? You're on this line? Making sure you don't go off the reservation. Hey, fine and dandy, just doing my job. Look, man, I'm sorry about your brother. Блин, что так лагает? Okay, so where are we? HQ didn't брief you? Yeah, they did. But I want to hear it from you. Okay, Whiskey Foxtrot Sierra, sir. Big uptick in separatist activity in this part of Georgia. Situation very unstable. HQ is right about that. These guys are better trained and have more sophisticated arms than we usually see in this kind of operation. It's building something big. Whoever's leading them is one kick-ass motherfucker. Oh, did I mention crazy smart and feared like a god? So we need to sow a little good old-fashioned disruption and chaos in amongst these troublemakers. Show them what it really means to be feared like a god. Stealth and awe. Copy that. You'll find all the details about the missions on your laptop. First one is already there, Green. This is a secure and encrypted line. No need for old code names and other secret squirrel bullshit. Just fucking with you, Lodestar. Sims out. Out. Лучше я объеду немножко. Город сторонной. И еду прямо на лампу. Вышка. Обещал там мост. Большая карта. Вообще-то. Что там за отель какой-то? Блин, крыша мешает. Это памятник такой, что ли? Ладно, покупаем там чего.
заценим сейчас карту, куда просто по дороге и все. Просто едем по дороге. Что там, радио есть? Хотя нет, радио включать не буду. Потому что мало ли, авторские права и все такое. Так, не туда. В смысле, это тут открытая карта, что ли? Ну что, открытый мир? Аванпост, аванпост. Фига себе. А вот и мое, кстати. Ну это что? Точка быстрого перемещения. Нехилая карта. На самом-то деле. Сюда. Что-то я не понял. Сюда, сюда, сюда. Понятно, зачем транспорт нужен. Стоп, лишь назад возвращает. Да не вроде все правильно. Да, по нижней дороге ехал. Рукой подать, это там 100 метров осталось. Так, ну на машину туда я вряд ли проеду. Поскольку кроме меня тут никто не ездит, можно и тут машину бросить. Ничка. Убежище. Так называемое. Тут что-то крафтить вроде как можно. Это куда ведет вход? Или выход? Наверх можно подняться. Да вылезь давай. Это явно не моя машина. Меня оставляют где-то там машину. Ну да, карта большая, ничего не скажешь. Это гостиница. Круто лагает. Бери свой автомат. Пошли вниз. Так, арсенал. Это чего? Гильзы валяются. Ящики. Такая ерунда. Так, арсенал. Ну-ка, что тут? Типа покупать можно или что? Дрон. Всякой фигни кучи. Гранатки. Зачем снайперу гранаты? Вот оно что. Тут огромное количество оружия, которое все закрыто. Кроме этой стандартной. Тут тоже все закрыто.
А, денежки стоят, где у меня? А, нет, 5000 есть. Ладно, пока не буду ничего брать. Пока вроде и так хватало всего. Генератор. Верстачок. Так, пульки. Пульки. Стрелы даже есть. Только арбалета нету. Картечь, дробовик. Трассирующий патрон с зеленым этим вот. Так, ладно, это что за... Короче, пока мне ничего не надо. Я так думаю, у меня все есть. Что дальше делать? Кровать. Типа поспать можно. Отдохните, чтобы восстановить силы. Ну-ка. Приляга. И чё? Как в Far Cry. Да, до следующего утра. Ладно, давай до вечера пускай поспит. Где-то кто-то проехал. Ага, ну такой, я думал, Тараса. Два зайца, говоришь? Поскольку других нет, ну какой? Priority one is Arsene Kovach. He's right up there, high in the Separatist command. Intel says he's the butcher of Borjami. Wiped that village clean, then burned it to the ground. 1500 dead. I've got 1500 Georgian lari. That's what? 40 cents to the dollar? I'd like to nail the bills to that son of a bitch's chest and write payment for Borjami across his face. Yeah. That would make it crystal clear that you killed innocent civilians, you got a price on your head. Copy that. Priority two? Gunrunner. Igor Zaitsev. Apolitical. Russian. Looks to be part of a criminal gang. Mercenary. Just in it for the money. Wages of sin or death. Just like the good book says. I'll mark him with chapter and verse. We don't know exactly when Zaitsev is arriving, so you might want to set up. Так, а куда идти-то? Или куда ехать? Цель. Угу. Ну тут далеко. В смысле, недалеко. Observation point on the hills not far from there. Stealth and awe. Copy. Бонус не поднимать тревогу до прибытия на объект. Прибыть объекта, точнее говоря. Так, где я тачку свою кинул? Наш автоматический... А, с другой стороны. Нужна ли она мне? Да я вообще-то ее здесь не оставлял. Ладно. Ее оставили за меня. Заехал вообще. Какие-то кусты, блин, вообще заперся. Как всегда, поехал не туда. Что-то мне кажется, лучше пешком буду пойти. Темно. Патрули меня не заметят. КамАЗ брошенный. Хотя нифига вообще не КамАЗ. Бревнышки. 200 метров всего лишь каких-то. Можно и пешком пробежаться.
похоже на вышку какую-то. Да ну нафиг, блин, так лагаешь. Никого там нет. По кустам, по кустам. Что-то там было так что. You're almost there. I've marked the suitable stopping spot on your GPS. Это типа сюда вывести можно посмотреться. Ага. Чего не поливаешься? Так, а вот и ходит уже. Не знаю, нужно мне их трогать или нет. Трактор такой яркий. Так, автоматик он носит с собой. Кого-то завалили. Броневичок. Вроде внутри никого. Ты с фонариком ходишь, да? Так, 16 метров туда. Так, что там 100 метров? На единичку поставим сейчас. Ушел, дружок. Привет. Да ладно. Какая пулька прикольная. Куда ты собрался? Никого нет. Ой, это кнопка. Там вниз, вниз, вниз ползи. Глушитель, он изнашивается. Классно. Может, ты сойдешь, что ли? Пойдем их облутаем. Надеюсь, это все были. А то чего их не можно забрать, броневичок? Продать его там, например. За бабосы. Так, где-то тут. Вот он. Так, взять патроны, таблетки. Где твой автомат? Уже с автоматом. А, вот он. Вот он внизу. Сменить. Да не сменить, а если бы можно было взять. Даже не знаю. На самом деле. Можно так сделать. Забрать ее как трофей. Так, пошли, тех облутаем. Адреналин. Так, где твой калаш? Или он уже подобрал его? Угу. Так, а ну что-то мне нажимать надо было, чтобы сменить там патроны или что-то такое. Я уже не помню. А, вот. Переключимся на одиночку. Нафига мне распылять патроны в никуда заперто. Да тут больше никого не было. Кроме этой женщины. Мы здесь поднимемся, а вот тропинка есть. Вот это все хорошо, такое как я туда вылезу.
явно не выйдет. Ну нет, высоты. Там где зеленый мхом поросло, значит там можно вылазить. Понятно. I'm on site. Copy. Get comfy. I'll keep you informed. Okay, get ready. You've got some time before the target arrives. Use your scopes to scout the area. Так. Адреналин на свободного места. Берем нашу винтовочку. Ставим сошечки. Лагаем. Multiple tangos in the vicinity. Copy. Look around and remember to hold your fire before the target arrives. Roger. Так, надо поближе подлезть. Или я не смогу поближе подлезть. Пулеметчик. They've got a mortar. Seems like they're ready for us. Too many guards there right now. Stay low. Так, вертушка. Вон она идет. Сейчас только пилот этот цинь. А так и да. И долго ты так будешь крутиться, дружок? Ладно, типа облажался. Хорош, что марать. Кидан, кидан там. Все. Время спал. Опа, меня запалили. Опа. И все равно миссию провалил, так что. Так. Так, скоп, скоп. Так, ложись. Че бинокль взять нельзя? С ним уже, по-моему, проще было бы. Смотри, чем бабу в оптику. Так, ну-ка. Ветер в другую сторону теперь. Multiple tangos in the vicinity. Copy. Look around and remember to hold your fire. Ничего, я там сколько я вижу. Roger. Вот это точно КамАЗ. Так, а он еще ходит. Кого-то можно было бы снять, вот, допустим, его. Он далеко, его никто не видит. Так, вертушка идет. Еще один ходит, так в закутке можно было бы мне тоже пульку подарить на память. Да, я такой незаметный лежу на камушке. Хочешь от меня? Убежище, ну это я потом посмотрю. Камеры. Дрон. Ну это да, носочки ставишь. Боеприпасы вот крафтить можно, покупать. They've got a mortar. Seems like they're ready for us. Too many guards there right now. Это миномет, что ли?
По-моему, да. То есть они что, туда переместятся? I see a sniper nest above the checkpoint. They're all well-trained and dangerous bastards. It may be a good idea to take him down before the situation gets hot. Кстати, да. Снять его сразу же. Так, так. Какое расстояние до него 108? Ну-ка. Чуть-чуть. Это много. Давай назад крути. О. Чуть-чуть поднимем выше. Чуть-чуть длиннее. Блин. Что случилось? Кто его, интересно, запалил там? Так, вон. Едет точило. Я пока не облажался. Вот она цель. А вон еще одна цель. А может быть их одной пулей сможем... Вот так вот, например. All targets dead. Confirmed. Exfiltrate the area. Enemy must be nearby. Search the perimeter. Башара. Ваша хваленая охрана. Так, где кто еще? Бы их было больше. Прячется она где-то, собака. А тут вот уходил. Уже не вижу его. Lost eyes on the target. He's somewhere. Угу, точно. Он где-то. Главное, чтобы не вертушку не вызвали. Вот это... Это да. Ой. Чуть-чуть покоцался. Сменим позицию сейчас. Кстати, снайперская винтовка. Надо ее забрать. Калаш можно выкинуть. Калаш этот, я так думаю, без проблем найти. Кусты мешают, трава. Не пристань, что ли? Keep your heads down. Да хорош там паниковать. Сейчас я вас найду. Так, это без заколонки, такие вроде как будто кто-то за ними прячется. Ну нет, может сарайчик это кто-то сидит. Ладно. Сближаемся с целью. Покинуть зону операции. Подожди. Не все так быстро. Reporting casualty. Ой, меня кто-то видит. Зато я вас не вижу, блин. Ага, вон, кажись. Я выстрелил раньше. Блин, лагает, конечно, не под... Где-то там еще кто-то должен быть. Откуда вы все взялись? Ой. Ладно. Еще раз начнем.
I've got 1500 Georgian Lar. Target arrives. Use your scopes to scout the area. Да, немножко я протупил, нажал. Куда ты? Хотел чуть ближе подойти, давай быстрее, пока никто не приехал. Ну. Убежал. Ладно, начнем еще раз. С контрольной точки. Ты нажал, блин. Так, ну давай. Просто ляжем. Подползем. Все по науке сделаем. Отбери сушки. Так. Единичка. Вообще там 200 метров. Так, 200. Ну, почти 250 даже можно. Еще разочек. Так, ушел. Побитый снайпер был. Вон он. Влево не может повернуться. Ты прикалываешься? Сколько до него сто назад? Попадут? Думаю, что да. Я все равно облажался, надо начинать сначала. Контрольные точки, да, они опять начнутся сначала. Так, ну наконец-таки удалось снять снайпера и того гаврика, который он там ходил. Не знаю, с какой попытки. Этот в меня стрелял. О, еще один за мной идет. Минометик этот. Multiple tangos in the vicinity. Copy. А пока я не посмотрю, они не начали расходиться. Открыто. Roger. Так, миномет, теперь посмотрим. They've got a mortar. Seems like they're ready for us. Too many guards there right now. Stay low. А, кстати, перезарядиться забыл. Так, нажмем тап. Выйдем. I took out their sniper. He was hiding above the station. That was pretty fast. Keep looking around. Так, сколько до бочки? 206 метров. I think I got him. The guy looks like Kovac. Fits the description. Waiting for confirmation. Confirmed. It's Kovac. Target vehicle is approaching your location. About 250 meters. Стреляем в бочку, как в прошлый раз, и все четко будет. Одной пулей сразу кучу мудаков. Надо задержать дыхание при выстреле. Сначала сюда, потом в эту бочку. Big guy's getting out of the car. It's Zaitsev. Waiting for confirmation. Zaitsev. Identity confirmed. Wait for a good moment. You may kill two birds with one stone. Fire when ready. Можно было, конечно, так выстрелять, но
Я сделаю так. All targets dead. Confirmed. Exfiltrate the area. Get down now. Пока вроде все нормально прошло. Угу. Ой. Положи на место снаряд, мудила. Давай, доставай, ты придурок. Чпоньк. Так, надо этого минометчика снять. Так, ну-ка. Глушитель уже почти стерся, блин, больше, чем... Слишком долго ползти, надо пойти. Не видно ничего. Конечно, я где-то. Да, все видно, конечно, прям замечательно. Так, миномет, вот он. А его нет. Прячется где-то, гад. Увеличение есть или нет? Нет, на этой винтовке нет увеличения. Креплением говорить нужно. Но он должен быть где-то. По-любому. Может там сидит. Может за машиной. Или еще куда-то перебежал. Никого. Что наш адреналин скажет. Ну, бензобак можно выстрелить в машину. Ха, типа она взорвет. Ой. Zone of action is clear. Ага, вижу. Сколько у вас там еще? Ага. Правильно, там и сидел бы. Так, где этот минометчик все-таки? Ушел, наверное. Может, кто-то в будке сидит? Нет, это стул, блин, показалось. Он просто исчез. Stay in cover. Да где вы, блин, там шебуршите, елки-палки? Я уже довольно-таки много их убил. На самом-то деле. Прям без палева вышел, прям на открытое. Никто меня не видит. Стоит. Так, ну-ка. Заперто. Я не собирался уезжать. Какой-нибудь один говнюк где-то сидит и трындит по рации. Пойду здесь? Наверное.
Хорош. Ой, меня заметили. Наверное, это был последний. Раз паники никакой не поднялось. Пивко. Ты идиот, да? С миномета на такое маленькое расстояние стрелять. Я что, я три раза смогу убить и еще убежать. Потому что он взлетает очень-очень высоко, а потом очень-очень долго падает. А ну, а я могу им пользоваться? Нет, дай автомат. То забери патроны, ты, блин, балбес. Не хочет. Да, к сожалению, мне не дадут пострелять. Так, это тоже заперто, наверное, да? Конечно. Ну что ж, можно пошариться. Так, ни оружия, ни патронов, адреналин, нет места. Надо, наверное, сумку. Тут же какие-то умения, что наверняка есть. Надо будет посмотреть. Рация. Сигареты, огнетушитель. О! Ничего, что ли? Телевизор, вредно смотреть. Заперто, заперто. Давай патроны. Бугай. Наркота. Можно было бы присвоить, но... Взято таблетки. Сколочная граната. Почему-то вот этот автомат он не поднимает. Он даже не подсвечивается, как... Ну а этот? Похоже, что этот тоже. Ну, по-моему, тут все, больше делать нечего. В здание не зайдешь. Этого я уже лутал. Разве что наверху туда подняться. Где-то здесь лестница была, вот она. И пора валить отсюда. Минометчик, блин, где же он там прятался, что его высматривал, так и не увидел нифига. Пока он не начал стрелять в меня. Ну, вот этот можно типа было бы подобрать, только... Чуть не забыл. Снайпер. Винтовка снайперская. Где-то вот там на холмик можно подняться. По-любому. Не знаю, лучше она моей или хуже. На месте посмотрим. Ящичек. Так, сначала обыщем ее. Взят адреналин. Все на продажу, наверное. Так, что он из себя представляет? Такая же болтовка. Пятизарядная. Так, ну-ка сейчас позырим. Ну тут оптика уже регулируется. Странный прицел, конечно. Ничего не скажешь.
А нифига тут не регулируется увеличение. И глушителя у меня нет. Нет, пожалуй, я свою возьму. А это возьму как трофей Диана. Вот и все, все можно менять отсюда. Откуда пришел, оттуда и уйду. Туда иду, вернее. Вот он наше местоположение. Вот, по-моему, с пистолетом он быстрее перемещается, чем с винтовкой в руках. Легенькая задание. Вообще можно было их одной пули, по-моему, на вылет прострелить их. Ну, бочка оказалась эффективнее. Так, 61, 7 голову. Нормально. Пойдет. Two kills confirmed, Lodestar. Was touch and go until I got a clean sight line. Good job. Eyes like a hawk. Thanks. Think I should earn a little leeway. Intel reports a couple of sightings of Robert. John. He's my brother. Request denied, soldier. He's not in our deck of cards. I know. You cool with that? Yeah. Keep focused, John. You've got enough trouble directly ahead. We've got a ghost presence in the safe house. Movement detectors are throwing up shadows. How many? Could be three or four. An ambush? Or a raid. Could be that location is blown. Fuck. We've got a big weapons cache, maps, recent intel. Get over there, but be careful. They gotta know you're coming. Good. Never been afraid of ghosts. Так, нас уже поджидает в нашем убежище, я так понял, лишним разговором. Засада там типа может быть. Сейчас проверим. За паузу нажму. Ну, с животных нет, нет смысла убивать, я же их. Это же не сарандей сюда, шкуру то с них снять нельзя. Здорово, Ли. Так, так, уже довольно-таки близко. Вроде никого пока что. Началось подзагружаться, блин. Возьму-ка я лучше автоматик, от него толку больше. Ну-ка посмотрим сверху на вход. Никого. То ли я что-то неправильно понял, то ли засады никакой нет. Так, вроде растяжек нету, ничего нет, никого нет. Держи. Опа. Long time no see. Yeah, it's been. That's for the shit you pulled in Afghanistan. Point taken. Тебе в затылок не надо дать. Now would be the perfect time to tell me why I'm here. I've been ordered to destabilize the separatist cells and neutralize their leadership. I won't lie. I need someone who knows the region. You better be fucking joking. I thought I made it clear. I'm never working for your government again. Perfectly clear. There's the real reason. It's Robert. He's here. Robert? Oh, Robert. So you called me here to go chasing ghosts with you. You know I'm a wanted person in Georgia, right?
Over the past 6 weeks, CIA, BND, and Mossad have all identified a man fitting Robert's description in northern Georgia. That's it? Jesus, John. You took this assignment because you think he's here, didn't you? Robert's my brother, Lydia. He's family. What do you need me to do? You know this region better than anyone. You're a hell of a fighter. I know I can trust you. What happened between us in Afghanistan, that was a long time ago. I don't know if it still means anything to you, but I'm sorry. I'm sorry I was me. That it hurt you. You unbelievable fucking asshole. Deal. I'll help you find your goddamn little brother. I'll hit up a few contacts. Let them know I'm back in the game. Все свести к одному предложению. I'll be seeing you, Marine. Поможешь найти брата? Помогу. Another day in paradise. Так, сейчас еще разочек станку пойдем. Где мы квестаку вернее? Да хорош, там киски крути, там ничего нет. Так, вот что-то есть. А, то есть вот это я могу типа сделать. Создать, да? Создалось, не создалось, фикер. Вроде так. Патрон на калаш могу сделать. Стандартные вот. Еще такие могу патроны сделать. Взрывные или какие-нибудь. Картеч. Так, ну это я все смотрел. Устройство. Снаряжение, адреналин, таблетки, аптечка. Все. Не густо. Оружие что, нельзя модифицировать что-то? Так как так? Может постепенно что-то будет добавляться, потому что не может быть такого. Так, а ну в арсенале что оно тут? Блин, надо обязательно с той стороны подойти. Калашечек, что на тебя можно повесить? То есть это я могу выбрать. Тут урон побольше, но нафига мне это долбанное. Типа устойчивость. Да, они по одинаковой по устойчивости. Тут темп стрельбы лучше. Так, а на калашах что-то есть. Вот. Иди сюда. Ничего тут нет, все закрыто. Это что за фигня? Стяжками стянуто, блин, нафига, оно же рассыпается, что ли? На резиночки какие-то, блин, детский сад. Дополнительное оружие, личное оружие. Так, ну тут ничего новенького нет. Ножик, адреналин, дрон, я им не пользовался. Тут все закрыто. Опа, это что? Сигнальное устройство. Тут то же самое. Шестереночки. Ну, я вижу по параметру, что калаш лучше. Как ни крути, не поворачивай. Какого он калибра? А, это 47-го. 7,62. Тут еще дофига патронов можно. Взрывные, шумовые. На калашник. Ничего, кроме стандартного патрона. 7,62. Возможно, просто закрыто пока. Ты какого? Куча фотик, фотографий, всякой ерунды. Где так лучше делать? Где-то светило. Ладно, фиг с ней. Посмотрим, что за новое задание. И буду заканчивать серию. Она и так уже затянулась.
Что можно типа еще раз переиграть их? Ну и да, могильщик. В принципе, я не думаю, что тут прям все. Все стандартное. Статистика. Цели задания. Могильщик. Ну что ж, на. Oh, come on, Lydia. Not you too. Sweetness and light on the outside, total shit on the inside. But you are a badass killing machine, so maybe that's what it takes. So, let's get to it then. Thomas and... Маркиров, надеюсь, на автомат-то именно. Вот этот, наверное, он. Что я могу сделать, это всего лишь ничего. А вот и навыки. Кстати, вот и навыки. Призрак. А это что, воин? Что дает? Так, умелые ручки. 2 очка. Что-то для создания ловушек требуется. Ресурсы. А это что? 25% от взрыва. Эхолокация в режиме разведки. Так, голоса противника. Камеры. Видно зону покрытия. Ну, давай, полезный вроде. Как его применить-то? Или я уже его применил? Призрак. Ой, тут даже можно еще. Тут что-то с дроном связано. Чутье на добычу. Ну что ж, думаю, это все применилось. Так, ну тут тоже очки есть, так что можно и сюда вложить. Наверное, упаковщик, наверное, больше патронов. Вот, блин, надо вот это выбрать. Отмени. Ага, банан, уже не отменишь. Ну ладно. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.